Пока тачки гоните, на которых метки. Я звездочку сяду. Садись, пересаживайся за пушку. Все, Жека, садись там к нему. Без поломок, без смертей. Так, мне что тут? Ну я в разрушителе останусь, мне он нужен. Поехали по правой стороне, бьем пока там. Лишнего трэша. Чопперы вон стоят, садись тоже. Войд, перенеси с гостинки двоих. По своим не стреляйте. Кого-то все равно не хватает. Отдеть, чоппер. Урон получаешь. Мотоциклы этих маленьких. 4 дела, если не можешь влезти. И все. Не багайте тачки, вы понимаете? Чтоб сесть в тачку, надо, чтобы другой человек, который в ней сидит, чтобы пересел в пушку. Вы не забагайте ее. Мобы сзади идут маленькие с маяка. И чоппер едет, и большой чоппер. Ну кто там, трофейка осадная? Развернитесь, кто там. И маяк вот этот надо убить, с него моды идут. Я уж вперед уехал. У тебя же до сих пор наручей нету. Пока, когда тебя не было, когда я вел, это уже двое наручей упало. Одни у меня, одни, не знаю, у Джеста, наверное, или если Фурик мне не отдал. Ну, кружок там сейчас будет, не заезжайте, без поломок сделаем. А что у тебя случилось? Что, она выйдется? А, нет, пошел. Вот на этот круг не заезжайте. Идемте вовнутрь, едем. Сейчас рассадимся нормально. Так, ладно, кто в печеньку будет тянуть колчадан? Кто там еще? Амнистия, Арента, где вы?
Кто-нибудь с чопера слезьте? Или что, или вам нам нужны чопперы? Ну давай, садись, Жека, в печеньку, присаживайся тогда. Че там, Жень, куда мне друзья? Уже с бестиата убьем. Ты пересел? Хэм будем делать, Жень? Не, не хэм. По-быстрому пронесем. Так, в этой звездочке, кто за это будет тянуть клочья дан? Давай я сяду, потягаю сюда. Ну давай, садись и тягай клочья дан. Кто звездочкой водителем будет? А, вы уже там оба, да? Все вижу. Пока я не тяни, так просто не тяни. Виталя. Ну садись. Так просто. Фокус, садись звездочку, Бош, водителем. Там Виталий сидит. Давай я поскакаю. Ну так я и говорю водителем. Так, в луне там чего? Ой, в трусах вы оба там сидите. А кто в трусах посадки сидит? Вы оба там? В луну кто водителем? Пойдет? Вот в трофейном чопере вы там вдвоем сидите, что ли? Кто-то в луну залезьте, водилой. Тут С-категория нужна. Ну погнали, так, что там, чик на ФК, на пул. Ну, без джеста убьем. Пойдемте эти. Кости, где мой водила его? Сядь за водителя и пофигу. Джест доведишь, как раз нету. Он не натурал, потому что он. Верно. Мелких всех. Блин, можно было бы разрушителей в целка завести. Че завести? Ну, в целка завести, так заехали там штук 10 машин по трэшу, фигачили. Лучше на чоперах. Блин, на чоперы. А лучше и разрушители чоперы. Ну, я сам. Когда что ты когда повесил? Просто лича сюда портану. Ну, лича бы не били. Чему бы кинул, да, у нас на стаках. Ты, малышка, ты. Фокус, давай, мочи его. Ты колчедан тянет. Чё-то колчедан не убавляется. Бей, рядом с нами стоит справа. Так Жека еще стоит. Жека, Жека, тяни, вот. Еще. Виталь, не тяни пока. Блин, пока не тяни. Хорошо, хорошо. На нас съедет, поехали отсюда. Газу. Все, надо колчедан летать. Сейчас убьем уже. Давай, тяни. Тяни, братка. Я все, иди дальше. Идем дальше. Залон, как ты умер? Что за послание, брат? Да баг, я не мог из тачки вылезти, вообще ничего сделать. Я ж тебе говорю, Alt F4 прожимаешь и перезаходишь в игру, вот и все. Пойдем, тебя стыкрыл. Да, надо было суслика не брать, наверное, Жень. Он сейчас опять будет хуйней хуйней заниматься ресинс. Нехороший всем. Ну и кикова нахер. Давайте кикнем, нехороших людей не нужно. Вот сам. Она только хорошая. А нужна кому отсюда тринка? Я выбил, кстати, недавно, слава богу. Да, нужна. Ну я паролю на тебя. А подготовился, я даже рыбу купил, Мари. Не надо ролить, знаешь почему? Потому что у тебя такая тринка уже есть, и она просто может остаться в боссе, если ты ее выиграешь. Да, я понял. С руки не забрать, бывает такое. Все, я понял. А, фокус, ты если что в ДЦ? В смысле, мне надо в ДЦ спекнуть? Да.
Я думал, вы меня по дамажу взяли. Давайте с фулю спекнем ДЦ, а не ДЦ. Сумля сможет? Сможет, она 6-3, смотри. Кажется, у нее же выбора нет. Давайте, Виталия, каски всем. Холипа, ЖК, МП5, и вот Игорь, да, Ретрик, кулаки. Ну, варп под КД на ХПР кричит. Танки у вас протопал, и Мишка, все, чек на пул. Погоди, Слуль, еще не спекнул с ДЦ. Закинь там Void Inner, ставишь. Ну все, начинаем пока. Представление ману как раз отопьет. А как называется это? Костюм, который превращает в этого, в дворфа? Там железная похода фляга или как она там? Да, эту флягу надо покупать за 10, за 10 этих реликвий, или как там? За 10 реликвий? А где она продается? Там на Угоре, короче. Там пилотник есть. Потом покажешь мне. На Угоре? На Угоре? В этой же локации, в Грозовой. Мы жарить ничего не будем? Угу. Че, Жень, как вождение прошло? Нормально? Да, нормально. Когда экзамен? Да все, как бы последний... Откататься последний раз это перед экзаменом уставили, мне документы все выдали. Позвонят, когда экзамен начнется, как регистрация будет там. Жек, они тебя не наберут. Забудь. Нет, городок, какой городок так наберут? Сколько раз звонили? Давай, Жека, с первого раза. Блин, ну она тоже доучивается уже. Как эти боссы? Ладно. Тут не хватило, да? Чего там? 2%. Че, слезы будем делать? Изи. Нет, это всегда смешит, эта фраза. Десятки же не особо сложно. Зергом постараемся, че. Если Войт не умрет, то заебись бы. Если не натуралы не убьют, блядь.
лица, блядь. Паладин не спасает. Ой, бабу не спасает. Хуёво, да, что тренки нет? Угу. Иди не сюда. Сейчас я попью. Жак, ты там протопала тоже собирай. Блять, ты со мной же хилишь, ебать, я про тебя вообще совсем забыл, так что идите в ваше б... Сука. Ого, шея нормальная. Заебал он. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас. Ебануться, блядь. Пизда, нахуй. Меня, блядь, до потолка подняли, нахуй. Заеби, убейте эту хуйню. По кого это не пуляй, ничего, дайте, блять, маны отпить. Чё тут отпивать, дай, гимн. Клятву. Давай, раз, два, три, давай гимн. Давай гимн, я тотем поставил. Блин. Бля, я думал, ты это, с руля говоришь. Дайте диканскому пипеть. Оксана, дай булок. Булок, да, Оксан, пожалуйста, по-братски. Промис булок. Оксан, я был. А ты с этого, ты с мобилы в РК сидишь сейчас или нет? Все, поехали, начинаем. Подождите, подождите, начинаем. Я не подумал. Гильдия была у нас, да? Вот это амнистия. Сэтость. Ну да, но у нас же гильдия. Виталий, на трэше. Сука, палец не трогает. Танкую, как не натурал, если чё. Угу. Забирай его. На меня идет.
двоих собери, так это самое, раскалишь и заведешь. Можешь пока в огонь не заводить его. Ну, сейчас второго подожду. Медведь в огне. Ни разу талик не бросил. Пока бейте там нолями, стопните. Сейчас ты зачем делаешь это? На двоих големов завести и раз убить. Ну пока нету. Все, ладно, уже поздно, проябывали. Бьем босса. Да хуй себе. Че, в ковше или где был? В ковше самому можно хилиться. Кастовать нельзя, блин. Или можно? Можно, можно, в ковше все делать. Прикинь, гимн на хп из ковша читаешь. Трочить нельзя, ну, видать, ты нарушил правила, блин. Подрочил в ковше и делал, блин. Это самое. Бурсты оставьте на этот, на сердце. Сердце это сделано. Дело нужно на шамана. Лежит на сердце. Смотри, ой, опять это тело упадет. Да нет, наручи сейчас упадут. Дайте, не знаю, пристабав там, инту шаману. Давай, начинаем. Пойдем, пойдем. Чё, ты на боссе будешь или кто? Будет на боссе, Виталий, на трэше. Смотри, как тончить надо. Тончи давай, блядь. Чуть не убило. Иди с руля. Заеби в рот. Джесс, дай Берна убить. Блять, две метки одновременно. Прикольно, на одного человека. Берите сердце. Сначала трэш убиваем, а потом уже босса бьем. Сильнее бить, это не бить. Будет, будет. Трэш. Далее. С черной меткой с рейда выбегаем. Как раз на похрен. Фокус. Забери с него. Курик. Искру там криво не бейте. Виталий, забери искру на себя и в мелизону подводи. Yeah.
Фокс. А ты где? Давай сюда. Как мне тебя там селить? Привет. Упали. Сейчас еще да? Упадет алибарда, блядь, моя. С, ага. Срезок с она. Из гены. Да, пойдемте дальше. Опять сразу и на шаман. Ой, это вот эти текущие ветки энергии тебе нужны. Угу. А это грудак нужен кому-нибудь? Вот собирайте. Ну так нить, если надо, чего спрашиваешь-то? Там разберемся, у кого что. Опа, оп, найти. Ты где ты? Женя, на тебя прицеплюсь, короче, на кухню. Ага. Давай, давай. Нет, на шамане пройдено только доминировано. Остальных вообще никого не пил. Инер по возможности. Это пидор меня станет, он заебал уже. Я пока не могу использовать эту способность. Давайте под ноги все. Двадцать пятки боюсь и так вытанчили. Столько трэша боюсь и собирали. Можно так делать. Два медведя вообще. Флоу. Пойдемте сразу на Ангалон еще. Сейчас сколько стаунтов медведя? Медведя массовый 3 минуты КД и точечный 8 секунд. Хуёво у него стаунтов.
Мне у варов понравились таланты. Вары почти три. Станы там тоже. Ну станы это чисто для трэша там вроде. Ну да, там глушающие еще. Я что-то вчера не мог медведя убить. ПВЕ одет был. На Алгалона. Где там Жека, Жека? Что-то батя его позвал. Фокус давай на этих, на созвездиях, ты хоть у тебя голос есть. Ассистент ожидал, если что, больше вставить метку. Кнопочку V английскую нажмите, чтобы хп видеть этих дырок, которые будут разбиваться. Получилось! Нам удалось опередить Алгалона! Не, Макс, просто десятка. Че, кто из вас первый будет танчить? Я, конечно. Если на первом суровом остается фокус, на втором суровом остается с рулем. Ну, не знаю, с этим ДПСом, может быть, второго не будет. Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить... Он чисто это магия бьет? Кто? А у кого? Нет, физуха и магия. А, физ, скольки процентов? Что-что? Больше чем атакует, физ уроном или магия? Физикой больше. Физикой. Магия, тут эти дырки. Квантовый черная магия. Черная, это черная магия. Квантовый, по-моему, бьет тайной магией. Какой-то тайный. А это кинжалы у него такие? Да. Идите сейчас, пока все отбьются. Он 25-ки вообще с одной руки 15-ка срезает, со второй 20 бьет. Давайте первый войд начнет Виталий, потом на 4 стак заберешь, войд скажет тебе. И будешь на суровом оставаться. Угу. Смотри, отдаешь. На суровом как там? Ну просто останься на суровом, танчить босса. Ты отдаешь этого ревностного, после того, как он скастит суровый удар, у тебя мало хп остается, ты тыкаешь БЗ. И дальше танчишь босса. Женя, расскажи, просто так, я посмотри, там не знаю, приснича. В общем, смотри, сейчас на ренже стоишь постоянно. Под тобой может быть появиться рандомом красная метка, это кара. Там ДБМ должен написать кара, типа, надо с этого места отойти подальше. Далее будут взрываться черные дырки такие. На полу такие черные дыры, такие зоны. Вот в них до сурового нельзя заходить. И будут летать вот сферки такие, созвездия. Ты рядом с ними не стой, потому что в момент, когда она разобьется, то можешь попасть и в черную дыру. А когда он начнет, ты увидишь кастовать суровый удар, поближе подходишь к черной дыре и на половине каста заходишь вовнутрь. Пошевелись там, туда-сюда побегай, тебя засосет. И после этого выбеги с того места, отбеги с того места, с той АУЕ зоны, и все. Потом тебя выкинет в реальный мир. Объясни, как ей остаться на нас этот. Ну, не заходить, а ну, смотри, второй суровый, возможно, будет, возможно, нет, не знаю. Второй суровый. Тучку не надо юзать. Юзнешь за 2 секунды до сурового, ну, до конца каста, и останешься в этой в комнате здесь, сурово переживаешь вместе с танком. Вот.
и все. Так а он когда суровый наносит, мне в это время надо БЗ прожимать? А то нет, мне вообще... ты ревностного отдаешь. У тебя ревность не сработает. А потом, как мы все выйдем, чтоб тебя успеть прохилить, ты отдаешь БЗ. Виталий, каску обнови, похули по. А мне баба спасет. Чего? А, и ничего, ничего, поехали, все, понял. Ну все, чек на пол последний раз. Отойдите от босса. А кто звезды, блядь? Фокус, ты. Бля, может Салапа бьёт? Салапа пусть босса бьёт. Все, Войт, начинай. 25 секунд. Понял, лучше падали будет. Отсюда бы шмотки хорошие, чем сличаться, чем с руками. Взгляните на мир моими глазами. Мы в транс погружаемся. Все, смотрим, Рэнджу. А кто там? Ретрик, отойди. Ретрик, отойди. Все начали. Гера. Погнали. Все, бей. Метки ставь, я тебе ассиста дал. Кара 2 секунды. Отойди, стуля. Идите. Блять, ты пиздец. Что, кара, да? Так, на раз он что? Он не переагрил? Ну, Джесс Берни его, да. Кара опять на мне. Повезло. Ты где там? Разбивай еще. Кара. Суровый сейчас будет, 5 секунд. Подходите к дыре. Все-таки подходите. Аня суровый. Заходим, заходим, заходим вовнутрь, заходим. Отойдите от того места. Вот заеби же. Отойди, Фланда. Суруля-то где? Будет кара, 3 секунды. Кара на ком. Ага, вижу. Переводите ворота. Переводите ворота. Все, бейте. Кара, секунды. Смотри, на мне повезло. Виталия, таунти трэш. Виталия в астрале, блядь. Вижу. Чё ты там делаешь? Кретрик, Ретрик. Гусь, Ретрик. Пиздец вообще. Погон. Просто слепо. Я видел миры, охваченные пламенем творцов. Да хули циц, нахуй ты в метку-то забегаешь? Совсем что ли? Я был свидетелем того, как галактики... Это пиздец вообще. И умирали в мгновение ока. Что, блин, блять? И все время я оставался... Да ладно, блядь! Ладно. И безразличным я не чувствовал... Ты такой урод.
Ну да мне хуй ее отдадут сейчас, смотри, блядь. Просто чекай, вон, блядь, ты ролишь, вон еще Арена, Нанта, блядь, роль, все ролят, блядь. Пиздец. Похоже, ваша сила. Ну да, блядь, Ретрик уже приоритет. Дарованная вам свобода воли позволяет... Игорь, дай метеорит. И выходить победителями тогда, когда идеальные создания титанов оказываются... Идемте на собрание. Я изменил код отклика. Ваша планета будет спасена. Я с тобой трейд держу, а ты, блядь, убегаешь от меня. Нихера трейд не пропадает. Алло, блядь, дай мне метеорит. У меня нет сил, чтобы передать сигнал. Поторопитесь. Найдите источник энергии. Игорь, дай метеорит. А дай ты ему, тебе он один хуй не нужен, ты, блядь. Жека, я не сможешь посланить тебя. Четко. Говорю, сука. Сука, кольцо так и не упало. Что? Колечко? Колечко, ну. Ретрик, выйди слово. У всех комбат или только у меня? А, все. У тебя. У меня тоже. Виталик на большом и среднем. Первого. Мелкого, среднего, большого. Все, человек сразу же. Дайте Ретрику бафы там. Каску накинь. А, есть уже. Лапу, пристабафы, тут там. Так, что не готов. Лужицы такие синие, забегайте. Потом скажу разбежаться, на рейндж выйдите все. Кого первого бьем? Мелкого, среднего, большого. Чё, всё, поехали? А маг, нет, что-то? Мага нету. Мага нету. Виталий, сам себя беспоришь. Конечно. Бля, Женя, давай сделаем, короче, в этом. Смотри, что пишет. Вы хотели ачив сделать? Ебать. Ты, походу, бля, обосрал нам этот ачив. Забежать в метку. Я первый раз такое вижу. Это вообще пиздец. Я не знаю, очень весело, конечно. Вроде адекватный, блядь, типа, делаешь какую-то. Чё за чувак? Вот эту хуйню, Женя, сделаем на Торине потом. Я поконтролю её. А ты законтролишь? Да, законтролю. Ну и всё, на. Только, блядь, не убейте его, я умолять буду вас. На тебе ассист есть, метку поставишь. Почему? Всё, начинаем. Мелкого бейте. Пыльте. Пыл. А, не буду говорить. РДД все не могут вставать. Маг, там шипешники. Инсалавы. Понял. Среднего. Что? Раньше набери. А чё, вы ещё буревестника не добили? Нет, они его оставили. А, Телекс.
как лужа пропадет, раньше наберите. На краешек хуже там встаньте. Гера, когда еще 3 секунды? Войд, забирай с него. Милик, и отойди с рейда. Виталий, уйди, уйди с рейда. Тут и бабл бы не спас, да? Ну, сильно. Пойду поплачу. Разгромили железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребятки. Ребятки, блядь. Я дамажу как вар. Ну да. Крестни, Виталий. Наверное. Давка-то. Виталий-то поднимите, то. А Фрей. Сейчас все поднимем. Спасибо. Ты самое. Погодите, я сейчас тут попизжу с этими скостовиками.